Выставка одной работы. Мрамор Койлга. 98-й год. Дефолт. Автопортрет. Автоминет. Два варианта стиха. На сотни тысяч долларов иностранцы скульптуры мои скупили, а рубли деревянные на сберкнижки поступили. Гайдар с Чубайсом деньги отобрали. Помогите, пишу в Сбербанк. И что мне отвечали? Ответ простой: старик, не психуй, в стороночке постой и пососи свой. Вот так рождается скульптурный мой портрет, где сам себе я делаю минет, которому я писал и звонил на В, его потом застрелили. И вот второй вариант стиха. Вот сижу, рублю портфигуру на карачках, свой портрет. От портрета очень мало, делаю себе минет. Не мечта мальчишки это. Сексуальный эгоизм заставляет жизнь паскуда, материальный анонизм. На Руси всегда так было, хоть ты горы свороти. Если ты не цицерители, нет на родине пути. Может, мне идущим вместе повстречаться на пути, лучше уж и бущим вместе пути, где таких найти? Что искать? Они известны, отвечает Путин сын. Поимели всю державу, вы на это лишь нужны.